В новом 2018 году в Михайловке в концертном зале «Ковчег» прошел ставший уже традиционным в России 4-й международный конкурс красоты и искусств «Мисс Краса Мира 2018», проведенный и учрежденный организатором концертных проектов Виктором Котовым совместно с Домом дружбы «Город Волгоград», в год названный президентом «Годом добровольца и волонтера». Благотворительный проект международного конкурса проходил под эгидой «Здоровый образ жизни и дружба между народами». Участницы, выйдя на сцену с национальными красочными флагами, гордо и ярко открыли мероприятие, рассказывая о географии, достопримечательностях и традициях своих стран. Конкурсантки пели, танцевали, мечтали, знакомили зрителей с культурой и искусством народов России, Баварии, Украины, Турции, Франции, Сирии, Кот-д'Ивуара, Италии, Дагестана, Кении, Республики Беларусь, Кореи, Ямайки, Шотландии, Азербайджана. Яркие представительницы этих стран читали стихи, играли на музыкальных инструментах, готовили традиционные блюда и под музыку в разноцветных национальных костюмах подносили кушанье на дегустацию многоуважаемому жюри. Театр, балет, блистательная коллекция платьев на участницах от ведущих мировых кутюрье Валентины Юдашкина и Алены Ахмадулиной в вечернем дефиле сразило восхищенных зрителей потрясающим шармом, красками и изысканностью ручной работы. Победительницей 4-го международного конкурса красоты и искусств «Мисс Краса Мира 2018» стала Шамара О'Коннор, Ямайка. Блистательное по красоте и яркости мероприятие привело зрителей в восторг и восхищение. Мы награждаем мисс по Берлину Мари Кизель. Нам она очень понравилась. Она демонстрировала наше платье от Ахмадулиной Алены и от Валентины Юдашкиной. И нам очень понравилось. Мария Кристин от